В этом году дипломами программы, дающими право наносить серебряный знак на упаковку, были отмечены 54 наименования продукции и услуг. 29 получили золотой знак и диплом лауреата. За новинку года шоколадное сливочное масло, диплом и серебряный знак вручен агрофирме «Труд», а также звание лауреата и золотой знак программы «100 лучших товаров России за натуральное 6% молоко». Мы стараемся, и у нас честь превыше всего. То есть мы дорожим в первую очередь авторитетом нашей продукции. Мы производим только натуральные продукты. Я думаю, что наши люди, люди нашего города, нашего края, имеют право для того, чтобы употреблять экологически чистые продукты. Самое главное, что они были натуральные. Агрофирма «Труд» – предприятие с богатыми традициями и историей. Существует в селе Троельга с 1959 года и производит натуральные молочные продукты высшего качества, без заменителей и консервантов. Сейчас предприятие начинает просветительский проект «Академия молока». Я и сам, и вся моя семья употребляем именно продукцию нашего завода. Мы хотим до людей донести обязательно, чтобы они знали и понимали, что есть действительно натуральные молочные продукты, что у них есть возможность в нашем городе и в нашем крае попробовать эту продукцию. Это именно тот продукт, который премиум-класса. Академия молока от агрофирмы «Труд» – долгосрочная программа, в которой эксперты в производстве молочной продукции расскажут все о пользе натурального молока и о том, как отличить действительно качественную продукцию.